Sharp 96-96 после ремонта с переборкой, смазкой лентопротяжного механизма, заменой ролика, пасиков, головки магнитной, она была испорчена, крепление было испорчено великими мастерами. Пришлось поставить сюда фирменную хорошую головку. Но в целом аппарат прекрасно для своего времени, любимая барыжья фраза. Но в данном случае он действительно хорошо сохранился. Внешне очень приятно смотрится. Классическая версия 9696. Самая богатая магнитола моно однокассетная у Шарпа. Трехполосные акустические системы, 6 динамиков, аттенюаторы на высокие частоты. Все работает. Все регуляторы рабочие. Слушаем запись с винила. Как в старые добрые. Динамический фильтр.